Доброе утро всем. Всем привет, ребят, вы на канале Ева Микс. И сегодня будет влог моего дня. Да, вот. Вот так вот, наконец-то решилась его сделать. Видео будет длиться долго, 12 минут, так что запасайтесь вкусняшками и приятного просмотра. Ну, первым делом, что я делаю утром, это нам нужно почистить зубы. Обязательно, обязательно. Так. Идем. Вот такая вот у меня паста и вот такая зубная щетка. Начинаем чистить. Ой. Может голос за кадром сказать, что через 2 минуты я уже закончу. Так вот. Через 2 минуты. Все, ребята, закончила. Так, голос у нас шикарный. Ой, закадровый. Ну, дальше мы идем переодеваться. В этой одежде я уже была, так что мы должны взять что-то новенькое. Пижаму нам тоже нужно снять. Потому что в пижаме мы целый день ходить с вами не будем. У нас с вами сегодня дела. Так, выбираем одежду. Что лучше, платье, может, какое-то? Ну, мне кажется, мне платья не очень идут. Ну, не знаю. Вот это выглядит красиво. А вот это тоже прикольно. Ну, блин, как будто летнее что-то. Вот это. Ну, я же не в спортзал так-то. Ну, блин. Почему всегда так сложно выбрать? О, вот это мне нравится, вот это так повседневно выглядит красиво, я вот это выберу. И очки, ко всему образу подходят. Так, давайте сложим шкаф. Все, ребята, я подумала, что мне надо принять душ наконец-таки, да? Ну, не душ, ванну. Я знаю, я гений, я уже переоделась, ну, ладно, окей. Ой, начинаем с бомбочкой даже. Так, все, сейчас будем с вами запускать бомбочку. Так. Я ее бросить не могу, понимаете? Шик, подождите. Все, ребята, за шикарно. Я обожаю просто бомбочки. Ой, мне так нравится. Не знаю, я даже в реальной жизни обожаю бомбочки. И, ну, автокабука, это же капец, как красиво выглядит. В жизни даже не так красиво, понимаете? Автокабука, это все шикарно просто. Так, ладно. Теперь мы будем с вами кушать, нямкать, кушать, нямкать. Так, давайте, нам понадобится вот эта вот штучка. Так, все, уже все готово. Я приготовила такую вот штучку, я сама не знаю, как это называется, но очень вкусно. Еще бутерброд с нутеллой. Обычно я делаю с авокадо, но авокадо закончилось, и я решила сделать с нутеллой. Тоже просто божественный вкус. Еще я купила кофемашину, так что вот. Я дом приукрасила, так сказать, конфетки у нас появились. Я сначала думала с кофе конфетку взять, но подумала, что нет. Теперь мы с вами пойдем гулять с собачкой. Собачка. Ее зовут, знаете как? Знаете? Знаете, не знаете? Черик. Да, вот такой вот у меня черик растет. Черик — это мальчик. Так. Мы с вами, наверное, будем сейчас сидеть. Или что мы будем с вами делать? Ну, пока он там гуляет, пусть знакомится с кем-нибудь, мы будем с вами сидеть. А, смотрите, уже с кем-то подружился, по-моему. Так. Ой, смотрите, бегают, играют. Черик, ты с кем-то познакомился? Да? Кто это? Ох! Ну, вот это у тебя друг прикольный. Да. Уф. Дальше побежали играть. Так, ладно. Мы с вами пока что будем строить. Не знаю, что это. Но я просто это здесь нашла, значит, мне это надо. Так. Что это? О, я забор построила. Смотрите, что нашла. Это же идеально для черика. Первое место он занимает, так сказать. Думаю, никто не обидит, если я это возьму. Так, черик, тебе это очень идет. Второй собачке твоей, твоему другу я дам вот это. О, смотрите, они играть пошли. Боже мой, как это мило. Ой, кстати, черик намного меньше весит, чем вот этот вот его друг. Я не знаю, как его зовут. Где его хозяин? Что, он один играет? Ну, ладно, окей. Иногда играют одни. Так. Ну, боже мой, я не могу, как это миленькое.
Черику я, как я вижу, нравится. Так, кто же хозяин твоего друга-то? Ой, здравствуйте, извините, это моя собака. А, да? А я тут стою, размышляю, чья это собачка. Очень миленькая, наши подружились уже. Ладно. Меня Челик зовут. А, у меня Арчи. Ну, будем знакомы. Да. Как вас зовут? Меня Мия. Меня Камилла. Ну, все, теперь знакомы. Теперь точно знакомы. Так, ну, будем вместе гулять с собаками, это будет не скучно. Это точно. Ну, ладно, мне уже пора, до свидания. До свидания, хорошего дня. Угу. Так, все, ребят, пойдемте домой. Вот, мы уже пришли домой, повесим его панаму тут. Панаму. Ой, язык заплетается. Так, Черик у нас пойдет кушать, он, наверное, голодный. А мы с вами пойдем, ну, пусть будем читать мы с вами, да. Чичаем. Так, очень интересная книга. Так, ладно. Когда прочитаю, я включу камеру. Ой, извините. Мы на данный момент с вами идем в театр. Да, наконец-таки за 1000 миллиардов лет. И с подругой, какой вы сейчас увидите. Думаю, вы ее ожидаете ли увидеть. Да, это Камилла, с которой мы сегодня познакомились. Мы уже договорились сходить. Так, здравствуйте, мне, пожалуйста, наверное, попкорн. Здравствуйте, фильм у нас очень интересный, поэтому вот обязательно запасайтесь попкорном и всякими сладостями. Так, тогда я возьму попкорн, синенький лимонад, обожаю его, и шоколадный пончик. Камила, я тебя жду там. Угу. Я, пожалуй, возьму беленький, наверное, пончик. Или... Ну, хотя, да, давайте беленький пончик. Желтенький лимонад пусть будет. Ну, и попкорн. Так, сейчас, вот. Так, Мия все взяла. Молодец. Так, вот, подожди, я тут съем. И я съем. Так, это в мусорку. Небольшие это, шоколадки у нас. Так, скоро начинается фильм. Он должен быть про современные профессии и старых, ну, людей, которые жили раньше. Да. Начинаем. Так. Я от султана пришла, я от султана. Ой, клиенты. Так, ребят, я забыла вам сказать, там в костюме доктора это мой папа. Здравствуйте, вы бы не хотели заселиться у нас в отеле? У нас все условия проживания есть. Кормят бесплатно. По сути того, оплатили ли вы за это заранее. И по всем вопросам нужно обращаться на кассу. Отстань от меня. Понял, все, я понял. Ой, а мне хорошо, а мне хорошо, а мне хорошо. Здравствуйте, я вижу, что вы сражаетесь. Поэтому я бы хотела узнать, у меня есть помощь. Понял. Здравствуйте. Я подумал, как вас зовут? Может быть, у меня есть почта для вас? Я сейчас султана позову. Ну-ка, пошел отсюда. Понял. Все понял. Так, ребята, включу камеру, когда уже все закончится. Или смотрите. Все, спасибо за внимание. Всем до свидания. Так, ребят, я зашла в кафешку, решила взять себе покушать, потому что я проголодалась уже. Да, может для вас звучит странно, но, знаете ли, пойдет. Простите за этот звук. Так, что будет заказывать? Все, пацан, тут был, тут плыл. Так, я, если что, уже задала заказ, пока вы не видели. Ой, так, все.
все мы это убираем. Что это? Нам тут это не надо. Кто-то, я такое не ем. Я не козел, я траву не ем. Так, для нас там готовят кушать. Я пока что смотрю в телефончик что-то, а вы сейчас наблюдали за тем, как приготовили. Здравствуйте, можете подойти, пожалуйста? Да, конечно. Так что, что-то не так? Ага, а, блюдо. А, лимонад, боже мой. Лимонад розовый. Так, все, ребят, идем. Так, готовим, готовим. Мы все сейчас готовим. Так, это вот сюда. Это вот сюда. Вот так. Да, вот. Шикарно. Мне кажется, ей очень понравится. Так, ой, ой. Так, здравствуйте. Ваш заказ уже практически готов. Осталось под пироженку, пироженку. Нямку. Вот, вот, держите. Кушай, деточка. Благодарю. Угу. Приятного аппетита. Так, ребят, я заказала стейк с оливками, пирожные шоколадные с кремом и, конечно же, мой любимый розовый лимонад. Ну, он такой персиковый. Так, пробуем. Все сейчас съедим. Ребят, это просто, по моему мнению, это просто шикарно. Мне очень понравилось. Еда, сейчас я отнесу все. Так, ребят, я уже дома, уже довольно темно, и уже пора спать, поэтому переодеваемся с вами в пижамку. Да, пижамка. Так, все сейчас сложим. Ой. Так вот. Вот. Ну, все, мне пора с вами прощаться. Всем пока-пока, вы были на канале EvaMix. Подписывайтесь, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик. Всем, всем до новых встреч и всем пока.